прошлом году я был зрителем. И уже было приятно находиться и радоваться за тех людей, которые выходили на сцену. Жизнь так поменялась, что у меня появилась возможность выйти в качестве ведущего на церемонии закрытия фестиваля. Конечно, это очень ответственно, конечно, это очень почетно, и хотелось бы все сделать на очень высоком уровне. Но давайте не будем беспокоиться, сегодня наше плавание будет абсолютно безопасным. Я вам это гарантирую. И все готовили большое количество сюрпризов, в том числе и я. Будут применены некоторые цирковые наши штучки. Мне любопытно, как можно было перепутать кулисы с крышей? Дорогие друзья, встречаем над сценой Витебского летнего амфитеатра народный артист России, знаменитый дрессировщик, директор уникального цирка Эдгар Запашный. Привезли ли вы с собой кого-то из животных? Привез, какое животное говорить не буду. Потому что сюрприз должен оставаться сюрпризом. Эдгар, смотри, кого я нашел. Его зовут Киса. Это он? Это мальчик. Знаете, что я подумал, а мы можем с ней сделать вот этот знаменитый цирковой номер «Голова в пасте»? Это антикризисный котик, всем своим видом показывающий, что есть еще есть что. Боже, какой ты худой, а! Сегодня у него был дебют, то, что он первый раз вышел на большую сцену. Держи. Он вцепился в Ваню и не совсем хотел уходить с рук на руки. Но потом как-то расслабился, все, и вроде у него все получилось. Это очевидно, что завтра он проснется очень известным котом. Голова в пасте. Ну давай, открывай рот. Ладно, не будем наносить нашему коту моральную травму, да? Просто объявляй следующий номер. Мы уже заговорили о сюрпризах. Скажите, любите ли вы сюрпризы? Я люблю сюрпризы, если это сделано людьми, которых я хорошо знаю. Потому что порой в своих сюрпризах можно сильно переборщить или чувствуешь потом себя виноватым. Но мы надеемся, наш сюрприз совместно с вашими близкими друзьями и интернет-портала «Город Витебск Бай» вам понравится, поэтому мы готовы вам его сейчас представить. Пойдемте. Круто по-настоящему, потому что колонна байкеров, она всегда впечатляет, но и то, что вот эти серьезные ребята потратили свое время, чтобы сделать сюрприз, это дорогого стоит. Я думаю, что мой хороший друг Александр Хирург сейчас там икнул в Москве, потому что это его тема. Теперь желаю вам приятной поездки. Спасибо вам. Мы просто покатались по городу, ребята показали мне сам город и возможности их мотоколонны, потому что мы вышли на загородную трассу, ну и немножко нарушили правила ПДД, дали скорость. За сюрприз я хочу сказать большое спасибо городвитебск.бай. Спасибо. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.